Начинаем съемку панорамы Киева из Подола и Днепра с Андреевской церкви, с обзора площадки на Андреевской церкви, которая закрыта сейчас на ремонт. Мы вчера уже ходили с Денисом по этой дорожке, по этому променаду, который выходит на стеклянную, потом в итоге на стеклянный мост. Вот, а церкви мы не поднимались. Ну а церковь, она сейчас закрыта на реконструкцию, там ремонт. Указатели, надо будет тоже посмотреть, куда это все указывает, и подойти к новому музею Булгакова, конечно. Вот так вот, все красиво.